Пустыня, женщина и зло. После ожесточенного спора с мужем и решения о разрыве отношений, Венди отправляется под африканское солнце. Увы, интуиция не помогает ей в выборе автостопера. Влечение к встречному мужчине застилает разум. События разворачиваются еще стремительнее, когда на сцене появляется полицейский детектив Бен Маккорб. Кто же он, попутчик Венди, психопат или же само зло во плоти? Атмосфера, пустынные пейзажи, мистика, непредсказуемость. За это можно простить фильму многое. Увы, сюжетная линия в угоду визуальной стороне конфликтует с логикой. Не все происходящее в кадре поддается пониманию. Однако достоинство фильма «Дьявол Песков» перевешивает недостатки. Осознав неидеальность картины и приняв ее, нужно и можно смотреть данное кино. В случае такого компромисса удовольствие от просмотра гарантированный. Dust Devil.